мы подошли еще к одному интересному моменту в нашей сегодняшней беседе. Это техника AromaTouch с применением эфирных масел. Я, наверное, дам слово Лене сейчас, чтобы она сказала вообще, что это такое, что это за АТТ, что это за 3 буквы. Ароматач – это техника прикосновения к человеческому телу с помощью применения эфирных масел. Легкая в своем применении техника, которой можно обучиться самому, обучить других людей, членов своей семьи, друзей, подруг. Основная задача ароматач-техники – это решение проблем с нервной системой. Также решает проблемы с мышечными, суставными болями. Плюс ей несложно обучиться. И когда ты начинаешь применять эту технику, то после такого массажа улучшается настроение, человек становится спокойным, жизнерадостным, то есть наступает какое-то умиротворение. Выделяется гормон серотонин, который поддерживает все эти состояния. И еще хочу сказать такую важную вещь, что после применения этой техники улучшаются отношения в семье. То есть семья вот, становится... Да, вот, Лен, вот все 3 вот эти темы или проблемы, да, которые мы решаем с помощью AromaTouch, это, я бы назвала их, наверное... самые такие болезненные и очень важные темы в современное время, потому что, что касается вот этого эмоционального дисбаланса, который сейчас вообще у людей сплошь и рядом, просто мы являемся этому свидетелем, да, что это нездоровая обстановка в коллективе, это какие-то нервные совершенно отношения людей там, в общественном транспорте, там, в магазинах, в общественных местах любых. Постоянно все на взводе, и я, как консультирующий, да, доктор натуропатии, все время слышу вот это слово «стресс». Я на стрессе, заедаю на стрессе, срываюсь на стрессе, ем на стрессе. То есть слово «стресс», оно просто сейчас вот тотально в обиходе, и это именно вот как раз та тема, которую можно решать с помощью вот этой техники AromaTouch. И второй момент, ты сказала про опорно-двигательный аппарат. Я здесь тоже являюсь свидетелем того, что ко мне приходят люди за помощью, и это процентов, наверное, 70-80 даже. И это вот как раз проблема опорно-двигательного аппарата. И суставы, позвоночник, мышечная слабость – это сплошь и рядом. И я очень рада тому, что у нас и даже для решения этой проблемы, ну, наряду там с другими, да, очень важными методами, есть и вот такая техника AromaTouch, которая доступна, совершенно доступна. И вот 3-й момент, то, что ты отметила, улучшение взаимоотношений в семье, вот это я бы, наверное, даже на первое место поставила его, потому что действительно то, что сейчас происходит... какой-то просто, ну, не знаю, какие-то странные отношения в семьях. И опять же я являюсь этому свидетелем, потому что, хотя у меня прекрасная атмосфера в семье, но вот женщины, ко мне чаще всего приходят женщины, чаще, чем мужчины. Когда начинаешь их копать, да, там, что, да как, почему там у тебя вот это, очень часто за ее... неправильным пищевым поведением скрывается ее попытка как-то защитить себя от, допустим, от агрессии мужа или от каких-то конфликтов с детьми, от непонимания в семье между родителями и детьми и так далее. И это еще один плюс, весомый плюс, да, в пользу вот этой техники AromaTouch. И что радует, конечно же, то, что это абсолютно доступно. Да? Не нужно быть каким-то крутым специалистом, чтобы овладеть этой техникой. Вот сколько у вас, например, времени ушло, чтобы изучить этот курс, применить на практике и понять, увидеть первые результаты? Ну, насколько это было легко или трудно вам? Ну, смотри, в своей работе я стал использовать, ну, после того, как уже Лена стала применять, я решил в свою работу включить технику AromaTouch. Угу. Вообще, я, конечно, лечу другими методами, но решил попробовать. каково воздействие и какое время воздействует именно эта техника на организм человека. Угу. Так как я кинезиолог, использую мануально-мышечное тестирование, да, приходит ко мне пациент, у него полностью развал всей системы, ну, соматической. То есть он физически весь развалено, у него, я смотрю на него и начинаю тестировать. Есть у нас терапевтическая локализация, такая называемая, да, мы выходим на уровень, где что пострадало у человека. Ну, одно из них, вот мы если при тестировании, и у него все мышцы слабые, гипотоничные мы называем, да, слабости. И если локализация терапевтическая на лобные бугры дает усиление мышц, значит у человека пострадала психосоматика, то есть что-то с нервной системой. И вот тут я стал использовать технику AromaTouch. Она очень несложная, простая, потому что используются в основном элементы поглаживания. Не надо там глубоко разминать или что-то. Угу. Я стал в своей работе применять эту технику. Скажу, как для специалиста, эта техника-то до того проста и до того легкая, ну, для специалиста, ну что ты там стоишь, нежно гладишь, тебе приятно, потому что это запах эфирных масел, это нежное прикосновение, это взаимосвязь. А пациент вообще там может захрапеть, уснуть, там, и он полностью в эйфории, понимаешь? А еще легкая музыка, там, релакс. Это создает такую психологическую успокаивающую атмосферу, что после того, как я использую эфирные масла, эту технику нанесения эфирных масел, да, это нежное прикосновение, вот. И после этой процедуры человека... Даже жалко будить. Чаще всего он просто засыпает. Я там даю ему 10-15 минут поспать на кушетке. Потом бужу, и он такой счастливый. Прям по нему видно, что у него такое количество серотонина выделилось. Понимаешь, этого гормона просто счастья. Ой. У него все мышцы тонизируются. И на следующий сеанс, там 2-3 раза в неделю ко мне пациент приходит. Он когда ко мне приходит, он такой же бодренький, я начинаю тестировать, у него мышцы в тонусе. Там, но если есть какие-то другие проблемы структурные, да, конечно, во время теста я там нахожу. Но вот этой проблемы уже, связанной с психосоматикой, у него нету. То есть эффект 2-3 дня точно держится. Насколько он дольше держится, я не знаю, потому что мне надо, чтобы он со мной рядом был. Я его каждый день тестировал и смотрел, когда развалится психосоматика. Но в том-то и хороша эта техника, в том, что любой обыватель простой, не имея образования специального, может этому обучиться. И курсом, когда он для своих родных, близких это применит, то есть эффект, я думаю, будет многомесячный. Понимаешь? Именно связано с нервной системой. Когда страдает нервная система, а так как я вначале говорил, да, о нашей встрече, что если страдает у нас нервная система, очень многие органы, ну, в смысле, взаимосвязь с другими у нас органами, с мышцами, да, там, ну, мышца стресса у нас чаще всего подвздошно-поясничная, да, она спазмируется, у нас из-за этого может болеть поясница. Потому что она спазмировалась, человек из-за того там нервничает, там у него прям височно-нижний челюстной сустав, там чуть ли зубы не крошатся, здесь спазмы, там спазмы, болеть начинает тут или там. То есть если решить проблему с нервной системой, у него эти даже структурные проблемы проходят. Понимаешь? То есть вот эта техника просто замечательная. Обучиться ею просто, ну сколько, ну там... Сидит человек там вечером часа 2, а потом главное, чтобы попрактиковаться, потому что кроме того, что ты читаешь, да, обязательно же надо в практике применить. Но я думаю, 1-2 раза он на своих близких потренируется, и он уже на 3-й раз будет просто профессионал в этой ароматотехнике. То есть недолго, Бая, обучиться быстро. Очень просто. Вот это состояние, которое ты, Игорь, описал, после, вот это состояние релакса, и потом радости, да, которое испытывает человек после этого массажа, оно как раз вот меня и наводит на мысль, что вот эту культуру ароматач, я бы так сказала, ее нужно прям нести в семью. И вот я знаю, что вы уже собираете вот такие как бы аромаклассы, или как это можно назвать, мастер-класс, аромакласс, куда вы приглашаете людей, чтобы они попробовали на себе сначала. Совершенно верно. Попробовали на себе, то есть вы им покажете, как это действительно работает, ароматач, и после этого, попробовав на себе и получив вот этот самый вау-эффект, эффект перезагрузки, как обычно говорят люди, человек уже может обратиться к вам с вопросом, да, как ему этому научиться, что для этого нужно, и вы сможете дать на это исчерпывающий ответ. Я правильно объяснила все? Да, совершенно правильно, да. Знаешь, еще вот есть же много скептиков, да, которые не верят, там, посмотрев там видео, там, даже ты продемонстрируешь, там, они скажут, это постановочно все. Да. А когда ты собираешь живую аудиторию, человека, вот, особенно этого скептика, вывести и продемонстрировать это на нем, и когда он почувствует на себе этот эффект, конечно, он из скептика превращается в совершенно другого человека. Правильно? Конечно, конечно. Да, поэтому мы вот решили с Леной, что обучение этим техникам, демонстрация, чтобы люди не только там, посмотрев видео, там что-то там почитав, а вот вживую, живое все-таки общение, оно гораздо больше доказывает, показывает, ну и обучает всему этому. Поэтому я думаю, если будут желающие, вот будет Лена собирать, допустим, это у нас организатор Лена, работает, сама понимаешь, хватает выше крыши, но я всегда готов помочь, показать, как это работает, продемонстрировать, потому что кроме того, что я буду демонстрировать это нанесение, да, использование эфирных масел, вот это ароматач техники, я буду обязательно тестировать людей и показывать, что до этой техники, что будет после, какие результаты. И это, я считаю, что будет очень хорошим доказательством того, что эта техника, она действует. Работает. Работает. Да, это вот самый такой оптимистичный и положительный итог из нашей встречи. То, что действительно люди, которые живут в Санкт-Петербурге или его окрестностях, там, в Ленинградской области, или где-то поблизости, которым не лень, да, сесть и доехать там. Карелии. Да, Карелия, возможно, там много, сейчас с транспортом нет проблем, да, это и автомобили, и общественный транспорт, сел, доехал, и действительно записаться на вот такой аромакласс и попробовать, что это за техника, открыть для себя что-то новое, ведь жизнь-то не стоит на месте, нужно развиваться, самообразовываться, нужно для себя любимого искать все время новые и новые методы, как помочь себе, вот в этих вот стрессах, в этих болезнях хронических, на которых... И вообще подружиться с эфиром, с миром эфирных масел, задать какие-то вопросы, общаться вживую, да, и попробовать на себе это. Конечно, да, в наш век онлайн это очень важно делать вот такие встречи вживую, поэтому я просто с большим удовольствием предлагаю и приглашаю всех, кто может, да, может приехать на вот такие встречи в Санкт-Петербург. Мы даем ссылочку под видео. Первая ссылка под этим видео – это страничка Лены и Игоря. И там вы можете найти и контакты, их, как с ними связаться, как договориться о встрече. Любые вопросы касательно кинезиологии, касательно проблем, связанных с опорно-двигательным и не только с опорно-двигательным аппаратом, правильно? Вопросов, связанных с техникой ароматач, с эфирными маслами, потому что эфирные масла – это же огромный мир, это же решение не только, да, каких-то узкого спектра задач, это вообще решение, по сути, всего комплекса, да, проблем, которые есть у современного человека с его здоровьем. И надолго я не прощаюсь с вами, Лена, Игорь, и до новых встреч. Я думаю, что дальнейшие наши выпуски будут еще более интересными и еще более глубокими. Да. Спасибо. До свидания.